Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Сейчас мы выслеживаем Ведьмака, школы кота, который, по всей видимости, вырезал деревню. Почему? Вообще, по-моему, про школу кота что-то нехорошее говорили. Что они людей убивают, наемниками стали. По-моему, такое. Но тут он лешего убил. Интересно. Надо же, кто к нам пришел. Доспехи кота, а медальон волка. Какой-то полуброда. Гаэтан. Что же ты натворил такое, Гаэтан? Ты кое-что потерял. Надо же! Ты дал себе труд проделать такой путь, чтобы вернуть мне медальон? Благодарю. Цеховая солидарность все еще жива. Ага. А цеховая репутация чувствует себя уже хуже. Люди нам этой резни не забудут. Да ладно. Несчастный случай на производстве. С каждым может случиться. Ну, что тебе еще надо? Сперва я хочу поговорить, а потом поглядим. Тогда садись. Я постою. Говори. Что случилось в Доброве? Как будто ты сам не знаешь, что случилось. Угадай, сколько они мне хотели дать за того лешего. Ну, угадай. Ну, сколько? Мне обычно дают где-то 250 крон так. 100 крон. Ха-ха, вряд ли. 12. Понимаешь, брат, 12 грёбаных крон. Да мне компоненты для эликсира дороже встали. А какой был уговор? В несколько раз больше, конечно. Но как пришло время платить, ты ж знаешь, как оно. Ваша милость, детки голодные, война. Ради бога, смилуйтесь. Звучит знакомо, но это не повод убивать. Я еще не закончил. Но я им сказал, что не смилуюсь. Ну, мол, если не увижу своего золота, то леший им добрым дедушкой покажется. Рожи у них вытянулись, староста в конце концов уступил. Не беспокойтесь, ваша милость, ведьмак. Мы с кумовьями припрятали золото в хлеву, чтобы баронские войска не покрали. Пойдемте, сейчас все заплатим. Ну и все. Я повелся. Как ребенок. Один меня заболтал, а другой вогнал вилы в спину. Так зачем было детей... ну, детей нет. Женщин там вырезать, всех остальных. Он всю деревню вырезал. А ты, значит, решил вырезать всю деревню? А ты бы что сделал, а? Отправил бы воеводе письмо с жалобой? Честно скажу, я тогда вышел из себя. Я уже привык, что скверно платят, что обманывают, что сперва умоляют о помощи, а потом плюются при встрече. Но убивать, чтобы сэкономить пару крон, и я должен этих сукиных детей защищать? Я вытащил свой стальной меч и убрал только тогда, когда земля намокла от крови. Эх, ну как же так? Ну зачем было всех-то вырезать? Ну. А почему ты пощадил ту девочку? Потому что... неважно. Было бы неважно, я бы не спрашивал. Говори. Она напомнила мне сестру. Такой я ее запомнил, когда меня забирали в школу кота. Что с ней? Умерла каких-нибудь 10 лет назад. От старости. Ну, вот мы и поговорили, как ведьмак с ведьмаком. Что дальше? Блин, ну так неохота убивать. Такая ситуация.
Не, он должен быть наказан. Тут как ни крути. Ну, блин, он дальше пойдет, еще кого-то убьет. Хорошему его надо было сдать, конечно, куда-нибудь властям. Но вот в такой ситуации тут никуда не сдашь. В деревне погибло много невинных людей. Ну, погибло. Каюсь, сука, грешен. Что-то на меня нашло. Уже не первый раз, правда? Хочешь меня убить, волк? Ну что поделать, вынимай меч. Только не заставляй меня исповедоваться. Не первый раз получается, да? Нет. Особо выбора нету. Выходи на бой. Все понятно. И к чему была вся эта болтовня? Я всегда даю людям возможность защититься, в отличие от тебя. Раз уж ты такой благородный защитник угнетенных, может, дашь мне сперва выпить ласточку, а? Ты же видишь, что я ранен. Уравняем шансы. Ну, он, скорее всего, что-нибудь там убежит. Ну, пускай. Бежит так убежит, ладно. Будь по-твоему, пей. О, сколько великодушия. Воистину ты благороден, ведьмак. Телепортируется куда-нибудь. Игу. А нет. А я не могу пользоваться ничем. А, вот что он мне сделал. А он к венам. Вот, воспользовался. Как все потемнело. Жесть. Вообще все темное стало. Ты интересный соперник. Вау, вау, вау! Нифига себе он! Земля тебе пухом. Пора возвращаться к малышке, пока ее кто-нибудь не учуял. Эх, ну я думаю, правильный выбор сделал. Тейгер. Нехорошо, конечно, неприятно быть палачом. Что поделаешь? Тридцать первый уровень. А, у меня, кстати, 31 уровень. Как раз. Стальное оружие. Офигеть, шанс крита плюс 10. Мощь арда. Офигенный меч. Так, и что мы туда вставим? Кровотечение — хорошая штука. Пробитие доспеха надо увеличить. Вот. А пущай будет прямо 3 пробития доспеха. Или это уже перебор? Кровотечение. Вот так вот. Так, и отремонтировать можно.
Ну, серебряная хрень у него была. Серебряный меч хрень. Так, девочки. Обидно. И так немного ведьмаков осталось. Еще пришлось убить одного. Но пошла. Не, ну как-то так можно пасть в ярость, чтобы всю деревню вырезать. Это вообще жесть. Он не контролирует свои силы. Ты вернулся! А я уже думала, что не вернешься. Что он тебя тоже обидел. Не обидел. Он уже никого не обидит. Так ты отведешь меня к тете? Тут страшно. Конечно. Пойдем. А может, ты возьмешь меня на плечи? Вообще странно, что она так доверяет уже. После таких событий она держалась. Обещаю. Ну, поехали. Она держалась где-то в стороне. Метра на два бы к нему не подходила. Тетя! Тетя Людка! Милка, а ты что тут делаешь, негодница? Я? Ты ведь... У нас в деревне... Там никого. Я все объясню. Иди в сторонку, поиграй немного, хорошо? В Доброве была резня. Никто не выжил, кроме этой малышки. Боги, что там случилось? Бандиты напали? Не, про ведьмака нельзя говорить. Ну вот первый вариант не совсем вранье получается. Можно и так сказать. Ты о ней позаботишься? По правде... Лучше бы она с вами осталась. Забавно. Раньше люди умоляли, чтобы мы не забирали у них детей. Раньше такой нищеты не было. У меня четверо внучат. Было шестеро. Прошлой зимой мы двоих похоронили. На супе из коры тяжело прожить. О! Возьми деньги. Это на еду. Только на еду. Если я сюда загляну и вижу, что вы тут водку пьете... Так много? Пусть вас боги хранят, сударь-ведьмак. Пусть они вас не оставят. Ну, мне пора. Уже? А почему? Такая судьба у ведьмака. Всегда в дороге, всегда на пути. Ты будешь меня навещать? Может быть. Не скучай. Милка... Пойдем купим немного муки, тетушка тебе оладушков напекет. Ну, согласна? Ну ладно, неплохо все получилось. Так, а заказ я выполнил, получается, да? Оксенфурский кровопийца. О, это будет интересно. Николас Фридман. Я пришел поговорить насчет заказа. Заказа? Ах да, что-то я такое подписывал. Говорят, какая-то тварь нападает на одиноких прохожих и бросает тела в оксенфурские канавы. А почему вы сами этим не займетесь? Может, потому что нам нужно выиграть эту долбанную войну, и у нас нет времени лазать по стокам. Я возьму этот заказ, но мне нужно больше деталей.
расскажу все, что знаю. Я хотел бы осмотреть тела жертв. Да трупы как трупы. Когда я осмотрю раны, будет ясно, что это за твари. Спроси нашего коновала. Может, он не сжег еще тела? Он, наверное, в хижине сидит на берегу. Мы там как бы морг устроили. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-нибудь видел эту бестию? Какая-то женщина пережила нападение. Говорят, она с того времени не просыхает. Так что я бы ее поискал в корчме в Оксенфурте. С наградой же проблем не будет? Не будет. Хочу, наконец, это выбросить из головы. Угу. Как он хорошо спросил про награду как раз после того задания. Так, сначала свидетели, да? Ну и бел. Хороший день для торговых дел. А, я тебя помню. Что принести? Покажи мне свои товары. Прощай. А, может, поставишь бутылочку жертве бести? А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. Я бы хотел, чтобы во время разговора ты была трезвой. Потом можешь купить себе свою бутылочку. Будь по-твоему. Я тогда выходила из корчмы. А может, я и выпила лишнего. Но это мне точно не привиделось. И вот что-то в переулке окликнуло меня по имени. Было темно, и я не видела что-то. Но точно не человек. Откуда такая уверенность? Просто знаю. Это нечто схватило меня за край юбки. Но я вырвалась и убежала. Только и всего? Немного ты видела. Ты тоже мне не веришь? Да иди ты! Схватила за край юбки? Интересно. Видал, Кэти? Честь и отчизна. Так, осмотреть место. Еще трупов мы не осмотрели. Мы нашли еще один труп. Весь высосан до последней капли. Потертый браслет под позолотой, видно серебро. Для женской руки он слишком большой. Скорее всего, его потерял нападавший. Неужто ты не слышал? Такие, как ты, только больные. На богатых нападают. А на нас даже и не посмотрит. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Фу. Ты медик? Я хотел смотреть тела жертв. Ах да, я еще не велел их сжечь. Как он через эти стеклышки красные смотрит вообще? Ты делал вскрытие? А зачем? Нищие попрошайки. Все смердели дешевым вином. Я могу взглянуть на останки? Не хочу, чтоб ты шастал тут. Мне вернуться с письменным приказом? Но какой же ты доставучий. На тебе ключ от мертвецкой. Плохо озвучивает. Иди разглядывай, сколько влезет. Вообще безэмоционально. Ну какой же ты доставучий. Я бы поставил диагноз аниме. Но ты местами так плохо озвучивают, что вообще. Ничего себе, тут ветер внутри какой. Так, это труп. Сколько кровищи тут. Он был пьян, и кто-то тянул его по мостовой. У него на шее следы клыков. Вампир сосал из него кровь. Угу. Ну, как и ожидалось, значит, вампир наш будет главный тут враг. Наша цель. Так
кишки там. Боже мой. Укус вампира и сильный запах алкоголя, как и у первого. Повреждения на теле жертв и любовь к бижутерии подсказывают, что я имею дело с катаканом. Вампир любит кровь пьяниц. Этим-то я его и приманю. То есть напиться надо, да? Поговорить с корчмарем и напиться, чтобы выманить катакана. Это оригинально. Будем ловить на живца. Тебя помню. Что принести? Хочется нажраться, как свинья. И желательно дешевым вином. Неприятности с девушкой? Неудачи в торговых делах? Ни то, ни другое. Работа у меня такая. Но наличность, пожалуйте, вперед. Давай, пусть кружка все время будет полной. Подальше. Несколько часов спустя. Не я один тут такой. А девица все Виковара любит только зомбаром. Второй из Виковара не в чести ложится даром. Катакан, сука, не слышит. Попробую еще один куплет. Тебя ждет смерть. Тут же солдаты. Давай, Геральт, запивай скорее. Какой горожанин? Не безразличный? Третий нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. А у третий нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. Что все это значит? Хамсы? Упадок морали и нравственности? Ладно. Песню, конечно, офигенную Геральт выбрал. Уж лучше про Ламберта спел бы. Фу. Я чую твою кровь. Ну иди сюда, скотина. Я выпью твою кровь. Все, нападает. Так, надо выпить, намазаться. Вот, против вампиров. Черная кровь. Как он так легко меня отбросил? Это чертов катакан. Ушел, зараза. Так, вон. Или нет? Слышу. Куда он пошел? Я его слышу. Вот, что-то проглючило сначала.
Какой ты трусливый. Моментально убежал. После двух плюшек. Он идет к домику над рекой. Это что, этот же самый доктор? Не, это не тот же домик. Все. Крики. Ты чумазый, Геральт. Похоже на то место, где я к врачу ходил. Ну там внутри обстановка не такая. Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей. Здесь поселился катакан. А ты правду говоришь? Что еще за катакан такой? Высший вампир. Очень интересный случай. Это по какому же поводу такой скотиной можно интересоваться? Он питал слабость к алкоголю, у него было чрезвычайно раздутое самомнение. Ну, главное, что его кондрашка хватило. И тебе за это честь и слава, ведьмак. Прощай. Там с лицом у Геральта, конечно, не все в порядке. Так, что там у нас дальше? Высокие ставки. Интересное будет задание. В Гвинтик сыграть. Получается, да, следующее задание как раз. Слава королю Родовиду! Ух ты, красота какая тут. Офигенно. Скидку за эти твои геройские подвиги. Ну, мама. Сам ты можешь. Миллион взять, миллион отдать. А, выходит, уже 2 миллиона. Хочешь перепихнуться? Все дороги ведут в Пассифлору. И снова здравствуйте. Как взгляну на тебя. Я бы хотел. Бывай. Нет сильных карт, нет золотов. Да. Я слышал, здесь в игре высокие ставки. Сперва нужно, чтобы было чем играть. Пусть он покажет карты. Карты в порядке. Отступительный взнос имеется? Есть. Ну, хорошо.
Пусть назовет имя, тогда и получит вступительный билет. Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Игра скоро начнется, но сперва вы должны избавиться от сброда. Пусть подождет. Только участники турнира. Остальные все вон. Ждем послезавтра. Вот значит как. Геральт из Ривии. А я уже думала, турнир будет ужасно скучным. Обыгрывать фермеров, уличных громил и фальшивых аристократов меня не слишком радует. Мы знакомы? Скажем, у нас есть общие знакомые. Я слышала о тебе много хорошего. С подробностями. В подобном месте довольно тревожная рекомендация. Как тебя зовут? Саха. А дальше? Или, может, ты сразу скажешь, как тебя зовут на самом деле? В подобном месте можно ограничиться Сахой. Вижу, ты знаешь всю компанию. Часто бываешь в Пассифлоре? Ну, бываю. Не припомню всех игроков, но... Это Патрик Лещина. Эти трое никогда от него не отходят. Я знавал человека, который нанимал зариканских воительниц для охраны. Но у этих должно быть... Другие таланты. Этот низушек Бернард Тули, хуторянин. Уверяет, что играет для удовольствия, но ведь каждый хочет выиграть, правда? А с этим поосторожней. Он не особенно уважает таких, как ты. Что само по себе забавно, Финиас сам полуэльф. Ну, о графе Тибальте ты, думаю, слышал? В конце концов, это он, устроитель турнира. Нет, не слышал. Говорят, он сказочно богат. Не знаю, сколько в этом правды, но на графский титул денег хватило. Еще увидимся. Попробуй перед турниром поговорить с другими игроками. Нам все равно ждать графа Тибальта. Дала бы я тебе скидку за эти твои... Графики. Низушек это не тот самый, для которого мы задание делали? Интересно. Ну, так. Прошу простить, я должен сосредоточиться перед игрой. Да я уж вижу. Мне от этого пользы будет больше, чем тебе от разговоров с Сахой. На твоем месте я был бы с ней осторожней. Угу. Так, это тоже участница? Куртизанка. Есть охота? Вот, Бернард Туле. Не для него ли мы задание про лесорубов выполняли? Интересно, леша убивали. Я здесь тоже новичок. Кажется, пока собрал этот вступительный взнос, 100 лет прошло. На шампиньонах быстро не заработаешь. А, нет, это не он. Ты действительно хуторянин? А что, не похож? У меня хозяйство за городом. Целыми днями сидел бы и смотрел, как они растут. А что с запахом? С каким запахом? Ну, шампиньоны шампиньонами, а иногда нужно и в город вырваться. Моя хозяйка сейчас же вплачь, что меня тут в Новиграде прибьют. Ай-яй, гортензия, такая оказия, лучшие игроки, самые редкие карты. Ну, тут уж пришлось ей меня отпустить. Удачи. Взаимно. О, вот он истинный дух игры. Зато этот полуэльф, он там уже давно ест меня глазами. Так, последний, с кем мы не поговорили. Чего? Ты часто участвуешь в турнирах? А что? Хочешь пощупать меня, как девку перед трахом? Может, тебе еще карты показать или членом помахать?
Я увижу твои карты, когда мы будем играть. Так высоко, мутант, ты вряд ли заберешься. Приветствую всех на закрытом турнире игры в Гвинт. Под словом «закрытый» я подразумеваю не только элитарный характер самого мероприятия. Каждый, кто покинет стены Пассифлоры до окончания игры, дисквалифицирован. Это правило номер один. Правила номер два, три и четыре. Никаких скандалов, нечистой игры и магических фокусов. Играем на золотые фигурки. Победитель получает все, а также денежную награду в 9 раз превышающую вступительный взнос. Как легко посчитать, заявлено 9 игроков. Турнир пройдет в 3 круга. Финалист сыграет со мной. Пары соперников определит жребий. Прошу зачитать состав первого тура. Финиас и Тим Узел, Патрик Лисина и Харальд Беропых. Гервальд из Риви и Бернард Тулле. Ха, вот оно как вышло. Брамбл Фрунтенстро и мадам Саха. Великолепно. Желаю всем приятной игры. Окей, значит, низушек. Нет, кредит не даю. Шутка насчет «кредит не даю» никогда не перестанет меня смешить. Наконец-то! Теперь-то будет что рассказать Гортензии и детям! Начали! Так, шпионы, прекрасно. Куча шпионов. Одного рога хватит, все. Ну ты смотри-ка, тоже есть. Одинаковая игра. Неплохо. Неплохо. Но у меня есть вот что. Ой, нет, не то. Вот. Хотя можно было подождать. Ну ладно. У меня пар нету, плохо, конечно. Ах ты, зараза. Одну мою карточку сжег. Но это он не очень удачно использовал. Ну, теперь мороз одинаково действует у нас. Бросаем башни, башни. Второй казни, я думаю, у него не будет. Все, прекрасно, победа.
О, шпиона можно вернуть. Не проблема, можно убрать. Все, это победа. Поздравляю! Досадно, конечно, вылететь из первого круга. Но это ж просто игра. Главное, хорошо развлечься. Ну как первая игра? Неплохо. Я видел, ты тоже выиграла. Мне показалось, что мой соперник был пьян. У него были совсем неплохие карты, но... Наверное, он не мог на них сосредоточиться. Может, закончим этот разговор наедине? У меня есть одно предложение. Встретимся на террасе наверху. Ух, нету тут Йеннифер. Она бы высказала свое мнение на это предложение. Ну ладно. Хорошо. Чинок нет, кредит не даю. В кредит не даю. Каждый раз меня радует. Прикольно. От риданской солдат не одна морока. Интересно, бывают в шлюхарнях там акции какие-нибудь? Наконец-то мы одни. Так о чем ты хотела поговорить? Победитель турнира получит целую кучу денег. Не знаю, как ты, а я бы предпочла убедиться, что они попадут в хорошие руки. И я бы не стала рассчитывать на везение. Лучше просто вынести их отсюда как-нибудь потише, не беспокоя остальных. Почему ты пришла с этим ко мне? Я слышала, что Геральт из Ривии никогда не оставит женщину в нужде. А я женщина, которой очень нужны деньги. От кого ты это слышала? От Фрингильи Вига. Она рассказывала о ваших приключениях в Баклере. И, как я поняла, на тебя можно рассчитывать в правом деле. То есть она хочет выкрасть... опять афера. Это дело мне не кажется правым. А если я скажу, что от этого зависит моя жизнь? То я тебе не поверю. Фрингилия говорила, что мной легко манипулировать. Она говорила, что тебе можно доверять. Что ж, придется все делать самой. Да, я понимаю, как зануда поступил, что не согласился на аферу это. Ну, блин, так правильно. О, покушать можно. Веревка? Тут это самое, свинина лежит. Молочный поросеночек, а мне веревку дают. Да уж. Тебе девочку? Начинается второй раунд. Попрошу внимания. Мадам Саха и Гилберт из Ривии. Уже Гилберт. Финес и Харальд Ферапых.
Желаю приятной игры. И пусть судьба вам благоприятна. Это же полуфинал получается. Нет, кредит не даем. Быстро. Дала бы я тебе скидку за эти твои геройские подвиги. Но, маман, сам понимаешь. Тебе, девочка? Легкие победы меня не радуют. Я рассержусь, если ты будешь поддаваться. Я и не собираюсь. Очень мне интересно то другое предложение. Так, мне карту никакую не дали, не? Так, отлично. Уже два шпиона. Золотых карточек мало. Вселение уберем. Холод, ну... маловероятно, что понадобится. Ну, хотя, посмотрим. Тем более, шпионы же еще будут. Во, шпионов куча. У нее, чувствуется, тоже будут. Угу. Это будет долгая битва. Боже мой, сколько же там шпионов-то? Ну, первый раунд, я думаю, я выиграю по-любому. Смотри, все карточки позабирала. Офигеть. Будет непросто. Возможно, придется проиграть один раунд. Шпионы у меня есть. Так, Талер. Сначала вот этого, Дикстру. Когда там уже колода закончится? По-моему, все карты собрал. То у меня 13. И здесь. Сколько тут? 5, 18, 19, 20. То есть две карты еще осталось. Да... А, не, все в порядке. Все, 22. По-моему, больше не будет. Так, можно будет морозцем ударить. Чуть позже. А нет, секундочку. Не все карты. Это и этих посчитал, это ж не мои. Для этих нету пар, например. Вот будет сильный удар.
взял карту из моей колоды, нифига себе. Смотри, еще шпиона как раз взял. Так, ладно. Обоюдный удар. Но он, есть шанс у нее, если есть казнь. Да, зараза. Всегда боюсь эту карточку. Ты смотри, еще казнь, две аж. Так, ну все, я пасую. Победила! Зараза, у меня больше нет. На одно очко, нифига себе. Вот это жаркая битва. Я все равно выигрываю. Круто. Что же, надеюсь, судьба и дальше будет на твоей стороне. Хочешь? Господа, третий круг. Страсти накаляются. Победитель этого тура будет играть в финале с самим графом Тибальтом. Финес и Герхард из Риви. С мутантом играть не буду. Должен ли я понимать, что вы отдаете партию? Хорошо. В таком случае... Ничего я не отдаю. Я просто раздавлю его, как клопа. Желаю удачной игры. И прошу помнить о правилах турнира. Никакой магии и никаких скандалов. Играй. Играй. Прямо как этот сказал Сергей Табачников в своих роликах. Играй. Так, и нам даже сохраниться, кстати, не дали. Если что, придется там переигрывать две партии. Так, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.